День добрый, добро пожаловать, с вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube канал Let's Play по-русски. И в этом видео мы продолжим играть в игрушку Planet Explorers. Итак, в прошлый раз мы были здесь, я пробежался сюда, и у нас здесь будет следующее задание. Я также сейчас экипировал глайдер, который я купил у девушки, которая за мной привязалась, почему-то, зачем-то. Но этот глайдер очень классный, потому что он у нас работает как парашют. Видите, он открывается, когда мы падаем слишком долго, и он, о господи, он нам помогает, конечно же, путешествовать, но пока что я не видел нигде больших горок, с которых можно было бы спрыгивать, так что это просто будет безопасности такой парашют, и просто на спине прикольная штука такая, как черепашка бегаем. Черепашка-ниндзя, которая скоро выйдет от Майкла Бэя. Будь он проклят. Ну, ничего, давайте попытаемся здесь посмотреть, что у нас здесь за задание. Так, хорошо. Как раз это товарищ, который... Да, так, отлично. Это товарищ, который нас научит делать лагерь. Так, давайте я задание отнесу подальше. Так, привет, магазин. Так, что у нас здесь? Парашют, но у меня уже, считайте, есть парашют. Rope gun. Это интересно, но, по-моему, я уже купил себе его. Или нет? Или нет? Это такое впечатление, чтобы куда-то забираться. То есть стрелять веревкой и куда-то забираться. Но видите, он здесь продает бензин и разные-разные прикольные вещи, а также серебряный армор, который нам не нужен. Но вот я куплю батарейку. Это 100%. Да? Потому что у нас бластеры и батарейки заканчиваются. Я пока что как делать батарейку, я не знаю. Так, он также продает колеса. А вот как раз, как делать батарейку. Так, сколько у нас? 258 мяса. Ну, давайте купим. Давайте купим у него колеса и всякое такое. Я думаю, это уже попозже. Так, давайте сначала с ним поговорим. Так, what happened here? Only crash, pretty bad. Planning and following the... А, хорошо, то есть мы проследуем за людьми. Окей, давайте проследуем за людьми. Скорее всего, их нужно будет спасать. Ага. И, да, так, да, отлично. К гнезду. И лейербеки, если я не ошибаюсь, это огромные страшные существа, у которых огромные когти. Что всегда... Что всегда не очень хорошо, особенно если отправляешься к ним домой. Так что давайте сейчас вовремя нужно будет сохраниться, перед тем, как с ними разговаривать. Если я не ошибаюсь, здесь будет еще один квест, который багует очень часто и очень сильно. Так что здесь нужно будет тоже вовремя сохраниться, перед тем, как его делать и как его делать, нужно будет разобраться. Так, хорошо. Давайте тогда поднимем. Они все за мной... Да, они все за мной поднимаются, они все за мной бегут. Хорошо. Так, давайте поймем. Так... Окей, вот что-то похожее на гнездо. Так, давайте. Угу. Правда, я никого не вижу, но это ничего не значит. А вон они. Все, так. Давайте сохранимся. Давайте я возьму мой... Так, плазмомет мой, где он? Дорогой мой плазмомет. А нет, это ружье. Вот он, плазмомет. Привет. Так, привет. Так, отлично. Я, конечно же, по-моему, начал убивать существо до того, как я запустил квест. Что плохо. Это всегда очень плохо. Так, ну что, давайте тогда разберемся с ними. Я надеюсь, это... О, господи. Это он меня быстро сбил с ног. Так, окей. Окей. Так, хорошо. Давайте. Бластер как раз очень-очень классная и мощная вещь. Так. У меня обновился квест, или это я что-то пропускаю? Set up base camp. Парень, мы с тобой поговорим? А, вон он, хорошо. Так, самое главное сейчас не... А, как раз. Если мы уже их убили, давайте их залутим. Я сказал, давайте... Вот, отлично. 400 мяса, это очень-очень-очень даже неплохо. Так, хорошо, хорошо. И сейчас нужно будет посмотреть, придется перезагружать или не придется. Так, окей, let's do it. Так, хорошо. Окей, we have to hurry. Хорошо, так. Fight the layerbreaks. А, вот они, хорошо, они заспонились еще раз. Отлично. Можно с ними сейчас разобраться.
Так, это большая тварь. А! И от меня чуть уже ничего не осталось, понятно? Ничего, да, их тоже убивают, но они не умирают, хорошо, хорошо. Так, они тоже встают, у них тоже есть шприцы специальные. Так, а я увернулся от крика, и теперь тоже увернулся от крика, то есть прыгать это советуется. Теперь не увернулся. Ну ничего, там немножко осталось. Хорошо. Окей, правда. Правда, это задание опять не засчиталось. Это странно. Давайте скушаем сосиску, которая нам не очень восстановила. Вот, вот теперь печеньку скушаем. Так, теперь давайте это передвинем вот сюда. Это уберем. Хорошо, это по идее одно и то же, но... Так, да... Нет, если они еще раз появятся... Так, парень, ты со мной... То он со мной не пойдет никуда. Хорошо. Давайте попытаемся тогда не умирать. Так, окей, let's do it. Нам скорее всего, нужно забежать туда поглубже, чтобы не было ресета. Так. Fight the layer backs. Вот, вот, все, хорошо, их здесь трое. Они здесь все. Правда, у меня батарейка, конечно же, на моем бластере заканчивается. Но ничего, у меня их много. Я научился делать их. Ну, то есть я их еще не научился делать, но я, по крайней мере, у меня есть так список. Хорошо. Первый есть. Отлично. Давайте его залутим. Потому что мясо это. Никогда мяса лишнего не бывает. Так, следующий лейербек. Вон он маленький. Пускай там бежит пока что. Будем его обстреливать. Так. Хорошо. А, и они обстреливают еще с другой стороны кого-то. Так. Отлично. Есть. Он предсмертный крик испустил. Так, и здесь у нас еще один есть товарищ. А, где мое ружье? Где мое ружье? Есть, есть, есть. Отлично. Все. И как ты отнесешься к тому, что мы сейчас сделали? Мы выполнили задание или снова нужно будет? Твою налево. Снова нужно будет. Хорошо, давайте тогда оденем. Так, давайте посмотрим, как делать батареи. Мне просто интересно. Battery pack type. Так, что у нас? Цинк, который я вообще не знаю, где собирать. Серебро, опять же, не знаю. Графит, copper wire и простой пластик. Ну хорошо, например, серебро я могу купить. Графит и copper wire тоже могу купить. А вот цинк где взять? Тут вообще, ну, хоть делайте со мной что вам угодно, я не знаю. Не сдам, никогда не сдам. Так, а это пустая батарейка. Интересно, а как это перезаряжать? То есть у меня есть пустая батарейка. Насчет перезарядки я как раз вообще ничего не знаю. Так, давайте сейчас, по крайней мере, сохранимся, чтобы я батарейки не тратил. Так, давайте сохранимся сейчас. Ну что, парень, еще раз? Так, давайте полечимся. Окей, let's do it. Давай, ну, по крайней мере, мы фармим мясо. Хорошо, давайте попытаемся это сделать так. И попытаемся... Или я в прошлый раз тоже не умирал? Может, ему нельзя давать умирать? Может быть так? Так, тихо. Лечимся. Но на него все нападают, так что как бы это невозможно сделать. Так, чтобы он не умирал. Он главный, на кого нападает. Он самый-самый вкусный, самый-самый сладкий. Так, хорошо, раз. Следующий. Все, они на него нападают, он не умирает. Это хорошо. Следующий. Так, стреляем, уворачиваемся. И стреляем, уворачиваемся. Батарейка пока что не заканчивается. Есть и еще один. Давай, дорог. Твою налево, я умер. Но ничего, может быть, все будет хорошо. Окей, так. 8-9. Давайте продолжим. Ну, не убивай меня. Есть! Или опять что-то. Так, давайте, по крайней мере, соберем мясо.
перед тем, как мы узнаем, что нам опять нужно будет с ними разбираться. Может быть, это большой-большой баг, а может быть... А может быть, все? О, все хорошо. Так, они явно не выжили. Хорошо, и вот этот баг, о котором я читал. Их нужно похоронить. Чтобы их похоронить, нужно забрать вот эти коробочки у них. Я заберу, конечно же, все, чтобы можно было это продать. Так, я... Так, опять. Итак, эти коробочки нужно взять. Так, первое, давайте тут, там, где у нас восклицательный знак есть. Нужно взять... Положить на землю. А то есть... Раз. Два. И теперь нужно покрыть их блоками. Так. 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 И оно может забаговать, оно может не получиться. Поэтому их нужно будет потом выкопать, опять закопать, и опять выкопать, и опять закопать до тех пор, пока не получится. Что странно, что очень-очень странно, но ничего. Хорошо. Так, окей. Давайте сделаем так. Хорошо. Все, и по идее теперь можно уже покрыть это все. Хорошо. 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 Вот так. Не получилось. Теперь проблема в том, что я без понятия, как убирать те блоки, которые я поставил. Так что, так, давайте выкопаем коробочки. Коробочки, выходите. Я сказал, у меня кирка в руках или что? У меня топор? Нет, это... Вот, кирка. Хорошо, я не могу копать. Почему я не могу копать? А, вот, все, хорошо, теперь я могу копать. А здесь я не могу копать. А, нет, могу. Все, хорошо. Просто... Это был еще один баг. Так, хорошо. Так. 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 Хорошо, как раз здесь куча полезных вещей в болоте. Сера так и валится. Хорошо. А то есть теперь мы можем забрать коробочки. Get. И вторую коробочку. Где она? Я ее не вижу. Где вторая коробочка? Так, тихо. Давайте подкопаем. Может быть, она упала? А, вот она. Вот, все. Вижу. Так, можно. Нужно подойти немножко сбоку. Так, get. Все, теперь мы берем еще раз. И еще раз закапываем. Так, хорошо. Давайте возьмем меч в руки. Так, давайте их по отдельности закопаем. Так. Может быть, здесь так. Может быть, так, хорошо. Может быть, просто накрыть их вот так. Эй, случилось. Все, отлично. А, то есть их нужно, чтобы они были полностью закрыты, кубик. Все, понятно. Так, you go ahead, where adventure sells, well, that's, nice speech, right, okay, хорошо, это он как бы сказал над вот этими чудесными могилами свое что-то, и хорошо, все, мы готовы, так, давай, пойдем, okay, let's move out, и куда нам нужно теперь сюда, okay, так, давайте я немножко сдвину окошко, так, мне просто удобнее, так, сохранюсь. Чтобы больше этого никогда не делать. Хорошо? Хорошо. Так, и как мы здесь поднимемся? Я надеюсь, там можно будет подняться. А то сейчас отбегать еще раз не очень хочется. Что, давайте пойдем. Так, что у нас еще? Я смотрю просто по заданиям. Find the other lifeboat. Это то, куда мы сейчас бежим. Так, gather animal bone. Алюминий. Без понятия, куда и как это сделать, так что... Так, они за мной следуют, молодцы. Так, Greenback Rhinos, это мы можем поохотиться. Пам-пам-пам-пам-пам. Да, и на черепашек тоже можем поохотиться, но это попозже. Хорошо, так, давайте я верну свое F2. Так, вы здесь сможете забежать, я надеюсь?
Да, они смогут забежать. Молодцы, хорошие. Так, теперь самое главное не заблудиться. И вот эти вот близко стоящие деревья, это всегда это знак того, что они могут не пробежать. Как раз, что это за штука такая? Может пригодиться. Я сказал, она может пригодиться. Если я смогу, никогда не смогу собрать. А эту штуку? Нет? Ну хорошо. Так уж и быть. Я сдамся. Так, что это? Make name. Нет. Хорошо. Так, здесь нам придется отбежать, это, к сожалению. Так, все за мной все еще идут. Все идут за мной. Молодцы. Хорошие NPC. Все, давайте пойдем. Тогда найдем следующую лодку. Попытаемся их спасти. Надеюсь, в этот раз получится. По идее, игра, скорее всего, сделает так. На, ну хорошо, этих я убила. Давайте сделаем так, что следующие выживут. Надеюсь. А то было бы слишком жестоко сейчас только мертвецов находить. По крайней мере, если бы на мертвецах был крутой лут, было бы лучше. А так оно так... у мертвецов деревянные щиты и деревянные мечи. Что ж вы так бедно умерли, товарищи? Бедненько. Притом с деревянными щитами и мечами, как бы... Если бы я тогда не упал в безопасную зону, а вот в гнездо огромных-огромных существ с огромными клинками, мне бы тоже очень не повезло. Я это как-то понимаю все-таки. А, это бывает. И вот не знаю почему, но мне ужасно хочется убить вот эту тварь. Есть, отлично. Что я из нее достану? 14 мяса. Ну, окей. Давайте пойдем. Давайте я скушаю печеньку, потому что у меня силы. Что закончила сила. И в этот раз я скушал печеньку, и у меня не упало здоровье. Что это такое? Может быть, недавно патч был. Может быть, они пропатчили это. Всякое бывает. Так, хорошо. Давайте посмотрим, все ли за нами. Все идут за нами. Молодцы. Там у нас плотоядная есть, но нам не страшен серый волк. Мы сами в поросятах знаем толк. Что это такое? Класс, ой. Все, я себе хочу такого. Они обещали то, что можно будет себе домашних животных заводить, и я себе хочу такого. Он пойдет со мной. Так, ну, нужно просто запомнить, они здесь водятся хорошо. Нужно запомнить, где их можно искать. Так, все идут за мной. Плотоядная, ты тоже за мной идешь? Да, давайте. Так, плотоядная, ты зря. От тебя больше ничего. У меня только что встреча была с такими существами, что ты кролик по сравнению с ними, так что давайте пойдем дальше. Так, хорошо. И теперь, конечно же, одетый весь в золоте, я никого не боюсь. Зато все чудесно. Так, я почти что добежал. От меня никто не отстал. Давайте я сейчас сохранюсь, потому что бывает так, что... Подумал так, давай-ка я сохранюсь. И потом так, не, зачем? И потом, нужно было сохраниться. Так, окей. Как бы есть лагерь, есть. Хорошо, давайте тогда... смотрите, что я вижу. Вон, идите наверху. А я думал, это будет еще один лагерь. Так, все со мной идут. Вон они где. Окей. Значит, здесь внизу нужно искать трупы. Так, где вы, трупы? There is it. There is it. Ага, хорошо, там наверху сидят марсиане, и они наверху сидят. То есть до них нужно... Что-то такое! Господи, да боже мой! Первое, оно из ниоткуда появилось, второе, оно ужасающе страшное.
Я даже не знаю. Что это такое? Это жесть. Так. Но мы все равно из него вырезали. О, это классно. Так, нам нужно подняться. Вон, видите, вон они стоят. Нам нужно туда подняться. И как бы прыгучести у меня не хватит. Так что нам нужно построить мостики. Так. Ну что, мы можем просто взять. И вот так вот. Уп! А просто туда. Так, тихо. Так. Уп. Чтобы было пошире. Так. Чтобы не падать с него. Хорошо. Более или менее. Конечно же. То есть, прыгай. Не стесняйся. Прыгай. Так. По-моему, я в кубике застрял просто. А! Зато в другую сторону выпрыгнуть без проблем. Так, прыгай. И прыгай. А, все хорошо. То есть здесь нужно, если удобнее, сначала подпрыгнуть, а потом нажать вперед. Так, хорошо. Окей. Окей. Как раз тут можно будет спрыгнуть с нашим глайдером. Ну, туда нужно еще забраться. Так, хорошо. Как мы это сделаем? У меня не хватает чуть-чуть. Так, может быть, тогда здесь вот бочком. Так вот построим. Так. Так. Конечно же, здесь слабовато. Давайте здесь пошире сделаем. Хорошо. Чтобы отсюда было тяжелее упасть. Так. Не надо. Я глайдер свой попозже испробую. Хорошо. Давайте тогда заберем, встанем здесь. А оттуда уже попробуем. Сначала туда нужно забраться. Хорошо. Тихонько. И глайдер, я готов. Используй меня. Не надо, глайдер. Тихонько. Сейчас все будет. Подожди чуть-чуть. Так, теперь. Осталось чуть-чуть. Да, осталось совсем чуть-чуть. Теперь давайте сделаем. Мы можем так вот резко. Да, мы можем резко. Отлично. Отлично. Так, теперь самое главное туда запрыгнуть. Все, хорошо. Отстроили. Давайте я здесь прямо сохранюсь, чтобы... Потому что сюда забираться потом пешком, это... Все, хорошо, спокойно. Тихо. Ну. Есть. И... That's all. Что значит that's all? Я как бы... За мной! А, вот, careful there. Все, хорошо. И это, конечно же, не очень логично, но... А почему они до этого не могли спрыгнуть? Меня куда-то понесло на глайдере. Почему они до этого не могли спрыгнуть? А, они сломали себе сейчас ноги. Бывает. Ну, что поделать. Хорошо. Thank you so much. Thank you. Окей. Так, so we're heading back. Alright, slowly now. Все, отлично. Они тогда... Мне их нужно взять за руку и отвезти? Ох. Нет, ну я это уже на запись делать не буду. Давайте я сейчас сохранюсь. И я тогда на сегодня вам скажу большое-большое спасибо за внимание. Мы встретимся уже там в лагере. И все. Еще раз большое спасибо за внимание, и мы увидимся в следующем видео.